Саш, сегодня была одна из самых тяжелых тренировок на турецких сборах, согласен? Да, конечно, согласен. Во-первых, мы сыграли две уже игры, еще не полностью восстановились, в принципе, на сборах и нельзя до конца восстанавливаться. Все время аж на нагрузке накапливается, поэтому сегодня тяжелейшая тренировка была. Ничего, ребята выдержали все и достойно себя потренировались. Завтра Шериф сыграет с Богеменцем. Что ты знаешь об этом чешском коллективе? Много не знаю, чего не знаю, что команда играет в высшей лиге Чехии. Очень хорошая команда, коллектив сыгран, опытный. Я думаю, завтра будет очень сложная игра у нас. Правильно сыграть для них, не раскрываться, играть плотно, не разрываться между линиями. И я думаю, что у нас получится. Весь Шериф на сборах еще не проигрывает, я надеюсь, не проиграет. Это психологический плюс для нашей команды? Ну, всегда, когда команда не проигрывает, это очень положительно сказывается на команде. И все только думают, что о победах, конечно. И это все переносится на чемпионат. Спасибо. Пожалуйста. Перед вечерней тренировкой Шериф пополнил испанский опорный полузащитник Айтор Монрой. Футболист подписал контракт с клубом и официально был представлен игроком Шерифа. Именную футболку Айтору вручил директор нашего клуба Важа Эдвардович Тархнишвили. Футболист долгое время выступал за дубль мадридского Атлетика. За матрасников Айтор в общей сложности отыграл почти 5 лет, а затем покинул команду. Последним клубом испанца был румынский ЧФР Клуж, переживающий сейчас не лучшие времена.